С вами я хочу сегодня показать, как я буду собирать кубик Рубика. Вы видите, это у меня есть кубики Рубика, но это не все мои кубики Рубика. Сейчас мы будем собирать одну сторону. Вы можете с какой-то любой стороны начинать, но я начну с белой. Если у... Вот. Делаем и... Ставим наверх. Сейчас вниз. Во. Тут стоит она не на своем месте. Поэтому мы ее должны убрать. И вот эту поставить на свое место. Вот так. И вот так. Сейчас мы должны поставить синий на свое место. Так. И так. И еще мы должны... Зеленый на свое место поставить. Так. И вот так. Мы сделали крест. Но самое главное еще впереди. Мы должны вот этот убрать. Поэтому так, так, так. Тут это не на своем месте стоит. И мы должны поставить это на свое место. Вообще все на свое место. Так, мы ставим это на свое место. Так, и так, все. Все помедленно буду делать. Это мы набрали. Ой, получилось, что собралось. Так, мы должны это поставить на свое место. Так, так. Так, и так. Сейчас это. Так, и вот так. Мы не можем его сюда поставить. Но зато мы можем его сюда поставить. Но для начала нам надо прокрутить не сюда, а вот сюда. Так, так, и вот так. Ну вот, что уже собрали. Белую сторону. Ну, нам надо собрать кубик Рубика и не разбирать белую сторону. Для этого нам надо сейчас действовать по плану. Синий нам надо сюда поставить, а оранжевый сюда. Поэтому делаем так. Ну вот, что поставить. Сейчас мы должны это сюда, а это сюда. Сейчас мы должны вот этот выгнать, потому что он должен быть развернутым поставлен. Для этого мы делаем Для начала мы поставим это на свое место. Сюда, а это сюда. И это на свое место. Помню, что мы уже собрали. Но это еще не до конца мы собрали. Мы должны поменять вот эти два угла. Если мы их поменяем, тогда они еще раз... Этот угол поставим сюда, а этот сюда. Если бы этот угол стоял вот здесь внизу, а этот вот здесь внизу, тогда бы я поставил это сюда наверх, а это сюда наверх. Ну, приступаем. И вот так. Да. И сейчас мы должны... Вот эти два поставить на свое место. Вниз. Делаем вот эту схему. Раз. Два. Три. И четыре раза. Четыре раза. Сейчас мы крутанем вот сюда. И вот сюда. Либо два раза влево, либо два раза вправо. Раз.
два, три и четыре. И два раза поворачиваем. Это на своем месте. Но если вы хотите вот эти два вниз поставить, тогда делайте то же самое 4 раза, потом только направо поворачивайте и опять 4 раза. Ну, мы сейчас приступаем. Ищем угол, который стоит на своем месте. Этот угол, он стоит на своем месте. Его так не надо поворачивать, как, например, вот так вынимать его и поворачивать. Не надо. Он должен остаться на своем месте, потому что если мы его вот так повернем, тогда зеленый будет здесь, а этот здесь. А вот эти три угла стоят не на своем месте. Делаем вот эту схему. И вот так. Ну вот что сделали. Сейчас, если вот этот угол повернуть, он станет на свое место. Вот так. Этот угол вот так он станет на свое место. Этот угол вот так он станет на свое место. И этот угол вот так. И мы делаем вот такую вот это. Поворачиваем наверх. Сюда. Вот сюда. Сюда. И сюда. И так. 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 Мы два раза сделали вот это. А если нужно, надо будет 4 раза. Раз. Три. Йо. А, мы уже поставили. Так, поворачиваем. Так. 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 Так, 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 так. И сейчас мы должны повернуть последний угол. Без разницы, что все разобралось, сейчас все соберется. Раз, 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 раз. Раз и раз. И сейчас нам осталось только провернуть. И мы собрали весь кубик Рубика. Весь кубик Рубика. Здесь у меня есть еще другие кубики Рубики. Но мы их соберем в следующий раз. До свидания. Можете поставить лайк и подписаться. Пока. До следующей встречи.